Если вы ухватили за лотосные стопы Кришны крепко, вы не пойдете. Но если вы брахмачари только на показ, или грихастха только на показ, саньяси только на показ, вы пойдете. Мы с этим сталкивались. Падение неизбежно, Кришна не потерпит. А преданных притворщиков, майя очень сильна, она тотчас же схватит его. «Давай, почему ты здесь? Почему ты в этом обществе? Убирайся!» Это долг Ямараджа. Но если вы остаетесь в сознании Кришны, Ямарадж не коснется вас.